Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и мы продолжаем знакомиться с сайтом mkin24.ru. Сегодня мы посмотрим с вами коллекцию лучших фантастических фильмов и фантастических сериалов по году, которые вот есть в коллекции mkin24. Ранее мы посмотрели мультфильмы, мультсериалы отдельно, потом фэнтези и фильмы, сериалы в одном видео, вот дальше будем вот. И фильмы, и сериалы в одном. Просто в мультфильмах мультсериалов очень много было, поэтому я разделил. Вот. А так вот заходим. Фантастика на этот раз. Так, листаем вниз. Ну, потому что в первую очередь предлагается то, что более может заинтересовать для выбора. То есть по поджанрам. Кто уже вот определил для себя, вот где какой вот тип фантастики, ну или в другом фильме также, вот, ну для тех, кто разбирается вообще. А так вот по году посмотреть, вот кому так вот иногда. Сейчас вот посмотрим список лучших фантастических фильмов 20 века. Итак, в самом начале у нас список лучших фантастических фильмов 50-х-60-х. Тут у нас 2000 лье под водой, путешествие к центру Земли, машина времени, человек-амфибия, остров приключений и планета обезьян. Далее у нас идет список лучших фантастических фильмов 70-х. Тут у нас «Тайна железной двери», «Под планетой обезьян», «Бегство с планеты обезьян», «Завоевание планеты обезьян», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мир Дикого Запада», «Битва за планету обезьян», «Мир будущего», «Звездные войны. Эпизод 4. Новая надежда», «Жандармы-инопланетяне», «Супермен», «Безумный Макс». Далее у нас список лучших фантастических фильмов первой половины 80-х, 1980-1984. Вот. Побольше стало 80-х фантастических фильмов хороших. Итак, в первой половине 80-х у нас «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар», «Суперполицейский», «Супермен 2», «Безумный Макс 2. Воин дороги», «Инопланетянин», «Звездные войны. Эпизод 6. Возвращение джедая», «Супермен 3», «Терминатор», «Охотники за привидениями». Далее. Список лучших фантастических фильмов второй половины 80-х, 1985-1989. Тут у нас «Назад в будущее», «Ох уж эта наука», «Безумный Макс 3. Под куполом грома», «Короткое замыкание», «Хищник», «Батарейки не прилагаются», «Робокоп», «Бегущий человек», «Черри 2000», «Супермен 4. В поисках мира», «Короткое замыкание 2», «Назад в будущее 2», «Охотники за привидениями 2», «Бэтмен», «Дорогая, я уменьшил детей», «Невероятные приключения Билла и Теда». Далее у нас списки лучших фантастических фильмов 90-х. В 90-х фантастических фильмов хороших стало еще больше, поэтому вот у нас поделено уже по ходу. Итак, начнем. Список лучших фантастических фильмов 1990 года. «Назад в будущее 3», «Вспомнить все», «Черепашки-ниндзя», «Робокоп 2», «Горец 2. Оживление». Далее у нас список лучших фантастических фильмов 1991 года. Тут у нас «Терминатор 2. Судный день», «Черепашки-ниндзя 2. Тайна изумрудного зелья», «Ракетчик».
Список лучших фантастических фильмов 1992 года. Универсальный солдат. Крепость. Черепашки-ниндзя 3. Дорогая, я увеличил ребенка. Робокоп 3. Бэтмен возвращается. Список лучших фантастических фильмов 1993 года. Разрушитель. Парк юрского периода. Окно в Париж. И супер-братья Марио. Далее список лучших фантастических фильмов 1994 года. Тут у нас «Звездные врата», «Джуниор», «Двойной дракон», «Горец 3. Последнее измерение» и «Уличный боец». Далее список лучших фантастических фильмов 1995 года. «12 обезьян», «Водный мир», «Смертельная битва», «Судья Дредд», «Джонни Мнемоник». Далее список лучших фантастических фильмов 1996 года. Тут у нас «День независимости», «Чокнутый профессор», «Проект Альф», «Дорогая, мы себя уменьшили». Далее список лучших фантастических фильмов 1997 года. Тут у нас «Пятый элемент», «Люди в черном», «Звездный десант», «Парк юрского периода 2. Затерянный мир», «Нирвана», «Смертельная битва 2. Истребление», «Бэтмен и Робин», «Без лица», «Драйв». Список лучших фантастических фильмов 1998 года. «Шоу Трумана», «Взрыв из прошлого», «Армагеддон», «Солдатики». И далее замыкает у нас 90-е список лучших фантастических фильмов 1999 года. «Матрица», «200-летний человек», «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза», «Дикий-дикий запад», «Таинственные люди», «Инспектор Гаджет», «Универсальный солдат 2. Возвращение», «Остин Пауэрс. Шпион, который меня соблазнил». Ну, комедии тут уже, фантастические комедии больше. Далее у нас списки лучших фантастических фильмов 2000-2015 года. Вот такой период также взят. Как и, кажется, фэнтези, по-моему, также было. Вот показывал. Листаем. Список лучших фантастических фильмов 2000 года. «Чокнутый профессор 2. Семья Клампов», «Невидимка», «Люди Икс», «Шестой день», «Горец 4», «Где моя тачка, чувак», «Шестой элемент», «Радиоволна». Далее список лучших фантастических фильмов 2001 года. «Дети шпионов», «Репликант», «Эволюция», «Животное», «Парк юрского периода 3», «Планета обезьян». Далее список лучших фантастических фильмов 2002 года. «Дети шпионов 2. Остров несбывшихся надежд», «Человек-паук», «Звездные войны. Эпизод 2. Атака клонов», «Машина времени», «Люди в черном 2», «Особое мнение», «Смокинг», «Остин Пауэрс. Голд Мембер». Список лучших фантастических фильмов 2003 года. «Эффект бабочки», «Сорви голова», «Люди Икс 2», «Матрица. Перезагрузка», «Халк», «Терминатор 3. Восстание машин»,
Дети шпионов 3, игра окончена. Матрица революция. Список лучших фантастических фильмов 2004 года. Даже не думай 2, тень независимости, Бессмертная война миров, Послезавтра, Человек-паук 2, Я робот, Хроники Риддика, Вечное сияние чистого разума. Далее список лучших фантастических фильмов 2005 года. Звездные войны эпизод 3 Месть ситхов. Война миров. Фантастическая четверка. Стелс. Высший пилотаж. Ион Флакс. Другой мир 2. Эволюция. Бэтмен. Начало. Список лучших фантастических фильмов 2006 года. Ультрафиолет. Люди Икс. Последняя битва. Возвращение Супермена. Хоттабыч. Моя супербывшая. Престиж. Фонтан. Список лучших фантастических фильмов 2007 года. Пророк. Человек-паук 3. Враг в отражении. Фантастическая четверка. Вторжение серебряного серфера. Трансформеры. Список лучших фантастических фильмов 2008 года. Судный день. Супергеройское кино. Железный человек. Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа. Невероятный Халк. Хэнкок. Знакомьтесь, Дэйв. Темный рыцарь. Смертельная гонка. Путешествие к центру Земли. Город Эмбер. Побег. День, когда Земля остановилась. Другой мир. Восстание ликанов. Звездные врата. Континуум. Звездные врата. Ковчег истины. Телепорт. Вот столько у нас фильмов фантастических в 2008 году интересных было. Потом список лучших фантастических фильмов 2009 года. Аватар. Вот, еще годик и будет продолжение. Знамение. Драконий жемчуг. Революция. Люди Икс. Начало. Росомаха. Терминатор. Да придет спаситель. Затерянный мир. Пятое измерение. Трансформеры. Месть падших. Бросок кобры. Район номер 9. Геймер. Суррогаты. 2012. Далее у нас список лучших фантастических фильмов 2010 года. Железный человек 2. Машина времени в джакузи. Хищники. Начало. Повторяющая реальность. Тут уже меньше стало. Далее список лучших фантастических фильмов 2011 года. Брал телефон, не заметил, рядом оставил. А то какие-то помехи. 2011 год. Зеленый шершень. Я 4-й. Меняющая реальность. Область тьмы, области тьмы, полсекретный материальчик, исходный код, Тор, Люди Икс первый класс, зеленый фонарь, Супер 8, Трансформеры 3, темная сторона Луны, Первый мститель, восстание планеты обезьян, ковбои против пришельцев, дети шпионов 4D, живая сталь, время. Тут уже побольше. Список лучших фантастических фильмов 2012 года. Тут у нас... Так. Путешествие 2. Таинственный остров.
Джон Картер. Голодные игры. Мстители. Люди в черном 3. Новый Человек-паук. Темный рыцарь возрождения легенды. Вспомнить все. Дружинники. Судья Дред 3D. Петля времени. Список лучших фантастических фильмов 2013 года. Джай Джо, Бросок Кобры 2. Гостья. Обливион. Железный Человек 3. После нашей эры. Человек из стали. Тихоокеанский рубеж. Росомаха Бессмертный. Риддик. План побега. Тор 2. Царство тьмы. Голодные игры и вспыхнет пламя. Призрачный патруль. Список лучших фантастических фильмов 2014 года. Робокоп. Первый мститель. Другая война. Дивергент. Новый Человек-паук. Высокое напряжение. Люди Икс. Дни минувшего будущего. Грань будущего. Трансформеры. Эпоха истребления. Планета обезьян. Революция. Стражи Галактики. Черепашки-ниндзя. Бегущие в лабиринте. Интерстеллар. Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть первая. Добро пожаловать в рай. Кто я? Люси. Список лучших фантастических фильмов 2015 года. Следом последние 5 лет будут. А, ну вот уже начинается с 15-го, правильно. Восхождение Юпитер. Робот по имени Чаппи. Дивергент, глава 2, Инсургент. Машина времени в Джакузи 2. Мстители эры Альтрона. Мир юрского периода. Терминатор Генезис. Человек-муравей. Фантастическая четверка. Ультраамериканцы. Бегущий в лабиринте. Испытание огнем. Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 2. Звездные войны. Пробуждение силы. Безумный Макс. Дорога ярости. Хардкор. Пиксели. Далее список лучших фантастических фильмов 2016 года. Люди Икс. Апокалипсис. Отряд самоубийц. Дэдпул. Черепашки-ниндзя 2. Доктор Стрэндж. Пассажиры. Кредо-убийцы. Изгой 1. Звездные войны. Истории. Первый мститель. Противостояние. Бэтмен против Супермена. На заре справедливости. Охотники за привидениями. Монстр-траки. Дивергент, глава 3. За стеной. Список лучших фантастических фильмов 2017 года. Тор Рагнарёк. Стражи Галактики, часть 2. Логан. Чудо-женщина. Лига справедливости. Человек-паук. Возвращение домой. Конг. Остров черепа. Могучие рейнджеры. Планета обезьян. Война. Трансформеры. Последний рыцарь. Звездные войны. Последние джедаи. Сердце из стали. Далее у нас список лучших фантастических фильмов 2018 года. Мстители. Война бесконечности. Аквамен. Человек-муравей и оса. Черная пантера. Мир юрского периода 2. Рэмпейдж. Хан Соло. Звездные войны. Истории. Первому игроку приготовиться. Дэдпул 2. Бамблби. Хроники хищных городов. Репродукция. Тихоокеанский рубеж 2. Апгрейд. Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти. И список лучших фантастических фильмов 2019 года. Последний год у нас. Это «Мстители. Финал».
Человек-паук вдали от дома, Покемон-детектив Пикачу, Капитан Марвел, Звездные войны Скайуокер Восход, Форсаж Хоббс и Шоу, Люди Икс Темный Феникс, Алита Боевой Ангел, Гемини и Люди в Черном Интернешнл. Далее посмотрим, какие фантастические сериалы есть в коллекции МКИН-24. Так, сериалы у нас поделены по векам. 20 век и 21. Вот зайдем в 20. Но и там список. То есть там внутренних списков нету. Итак, список лучших фантастических сериалов 20 века. Звездные врата ЗВ-1. Чудеса науки. Альф. Черепашки-ниндзя. Новая мутация. Дорогая, я уменьшил детей. Квантовый скачок. Могучие рейнджеры. Смертельная битва завоевания. Горец. Морг и Минди. Приключения электроника. Гости из будущего. 2000 лье под водой. Путешествие к центру Земли. И далее у нас список лучших фантастических сериалов 21 века. Тут у нас «Остаться в живых», «Звездные врата Атлантида», «Чак», «Мандалорец», «Вечность», «Мир Дикого Запада», «Обратная сторона Луны», «Плохие», «Алькатрас», «Тайны Смолвиля», «Агенты Щит», «Агент Картер», «Черная материя». С 20 года я уже создам другой список. В сериалах также будет вот сделано. То есть уже новое десятилетие будет позиционироваться чуть по-другому. А все, что было до этого, я буду вот группировать. Будет больше списков. Там еще по возрасту потом будет. Вот, но это все в будущем. А пока что на этом все. В следующий раз посмотрим мелодрамы.